Приготовление кофе в рожковой кофеварке похоже на работу с кофемашиной. Кофеварка не запрограммирована на приготовление различных видов кофе, а ориентирована только на выдачу эспрессо. Но при этом у некоторых моделей есть функция создания пенки для вашего напитка, и она более доступна по цене. Кофеварки с давлением до 15 бар классического эспрессо не сделают. Кофе будет ближе к американо. С давлением от 15 бар уже можно получить насыщенный крепкий напиток. Если кофеварка работает с молотым кофе, то он засыпается в рожок и утрамбовывается. Уже молотый и спрессованный кофе в небольших фильтр-пакетах называют чалдами за их круглую форму, похожую на таблетки. С ними процесс приготовления ускоряется и становится проще. Однако некоторые люди могут чувствовать привкус бумаги в напитке. Учтите, что цена чалдов заметно выше, а приловчиться правильно утрамбовывать молотый кофе, чтобы было не слишком плотно и не слишком слабо, можно, проделав это несколько раз. Отдельно стоит упомянуть материал самого рожка. По сравнению с термопластиком, в металлическом рожке кофе прогревается равномерно по всей поверхности, а значит, лучше отдает свой вкус. Ручной капучинатор представлен трубкой, паром из которой самостоятельно готовится пенка для капучино и латте. Автоматически создает ее без участия пользователя, используя молоко из отдельного резервуара. Но его нужно промывать после каждого использования, чтобы кофе не был испорчен при следующем приготовлении подкисшими остатками молока. Бойлер нагревает всю воду, которая находится в емкости. Чем ее больше, тем дольше продлится подготовка к использованию. Термоблок нагревает воду небольшими частями в момент ее прохождения через теплообменник. При таком типе нагревателя устройство быстрее готово к варке кофе. При наличии функции автоматической декальцинации очистка устройства от накипи проводится автоматически. Достаточно лишь залить чистящее средство и включить программу. Если вы используете ароматизированный кофе, то проводить очистку стоит чаще, чем рекомендовано в инструкции. С регулировкой порции горячей воды кофеварка наливает заданный объем напитка. Таймер позволяет приготовить напиток к определенному времени, например, перед самым пробуждением. Если вы собираетесь готовить кофе из разных видов обжарки зерен, то понадобится регулировка температуры. Конструкция большинства моделей позволяет наливать кофе сразу в две чашки. Это очень пригодится большой семье или рабочему коллективу. С противокапельной системой поддон будет оставаться чистым после приготовления. Теперь вы сможете подобрать нужную именно вам рожковую кофеварку. С вами был ДНС. До встречи!